Село Сказ. Тут есть пещеры. Интересно. Сразу же холод прям бьет. Аж отсюда ветер ледяной. Так, что-то там написано, табличка есть. Мощных фонарей, как обычно, с собой нету, но есть налобник. Сейчас попробую включить его. Туристы, снимите шапки, здесь погиб наш Калюня. Табличка уже повреждена. Как обычно, за качество вы извиняйте, но... Что есть, то есть. Ого! Да, если были бы сапоги, то можно было бы и даже сегодня найти. Да, кстати, Андрей, ты мне напомнил, мы там ползали, потому что сначала вот тут прописывались, а потом еще вот, да, там проползали ползком по льду, и дальше уже большие комнаты открывались, нашему взгляду. Да, это отличается от той, что я был. Вообще по-другому. Блин, что это за штуки? Как будто выдалбливали. Это получается, она же это... Вода капала. Вода все убила. Там в линии, там вообще дальше светило. А, его упало. Все, вода. Ну, льда нету. Блин, туда не попасть. Сапогов нету. А я сегодня поехал в кроссовках. Все, облом. Дальше не попасть. Говорят, там какие-то залы есть. Вот, нахожусь на перекрестке. Расщелины. Необычная очень пещера. Так, главное тут не упасть. Очень острые края. Теперь понятно, как, видимо, мальчик погиб маленький. Очень остро, то есть упасть и голову рассекает очень легко. Красиво, но, блин, опасно реально очень. Вот там зал. Слышно. Залез. И куда? Вот так. Там огромный проход, длинный. Впереди фонарик не берет. Но я скажу метров
Это где 10? То есть здесь прям целый зал и комната, но все затоплено. Тут я не знаю, какие сапоги нужны, чтобы был автоход, и даже обычных резиновых не хватит, потому что можно начерпнуть, а вода просто ледяная здесь. К сожалению, сегодня нам не по зубам все залы осмотреть. Никак, все, я возвращаюсь. Но зато здесь не так грязно, как было в Каменской пещере. Глины почти нет. Второй пещеры. Такая вот горная тропа ведет. Так места. Руки-палки. Где-то там. Опачки. Да, круто вас. Спускаться нужно вниз. А вход-то где? Нифига себе, бля. Да. Тут что-то есть, но, честно говоря, как-то не фонтан. Там совсем не пролезть. Так что ищем дальше. Сюда не залезть вообще. Так, здесь все уже очень интересно. Опа, камешек упал. Серега бегал вот. Так, что мы имеем? Табличка. Вот как-то так. Вход очень узкий. Да и здесь все очень интересно. О, это другая пещера совсем. Все и выглядит иначе. Гнилые бревна. А, блин, жесть. Очень скользко. Я боюсь, что они сейчас переломятся подо мной. Так. Здесь лаз заканчивается. Вот. Все. Так. Так. Это идет вниз. Полезем. Андрюха сюда не пошел, а мы пойдем. Опа. Офигеть, прям один уровень спускаешься, второй уровень. Сейчас уже третий.
Да, это точно она. Ох, не-не-не, вот сюда уже опасно. Так, сейчас выключим мобилы, технический перерыв. Кое-как спустился, честно говоря, очень рискованно. Все скользко, узко. Как в Смоленской пещере, тут нету ни веревок, ни карабинов, вообще ничего. Можно сказать, дико. Вот так. Я, можно сказать, замурован. Че, фигово. Спуск строго вниз, никаких горизонталей. И вход-выход только один. Вот это я спускался. А эта штука идет дальше вниз. Блин, я даже представить боюсь, какая глубина у нее. Спустился. Кстати, что удивительно, у этой пещеры название не ледяная. И здесь не так уж и холодно, как в предыдущей. Ох ты! Блин, я нашел летучую мышь. Маленькая. Не буду показывать ближе, почему? Потому что нельзя ярко светить фонарем на мышей. Лучше их не тревожить, не беспокоить. Тут костер жег. Спуск все вниз и вниз. Конца и края ему нету. Как я потом буду вылезать, я вообще не представляю. Зараза. И как обычно, ничего с собой не взял. Ни сменную одежду, ни фига. Опять грязный. Домой поеду. Ну ладно, ничего. Самое главное... В целом отсюда вылезти. Так, ну что, вроде кульминация. Дальше там уже ничего нет. О! Кажется, я уже достиг дна. Хотя... Не будем как спешить с такими выводами. Ох, блин! Летучие мыши? Блин, сколько их? Я нашел гнездо мышей. Не знаю, видите? Мыши. Так, посмотрим. Японские, да вы издеваетесь, блин. Еще один ход. Я отсюда когда-нибудь вылезу? Так, а здесь у нас что? А здесь, видимо, привязывали веревку и спускались вниз. Сейчас здесь ни черта нет. Да, внизу еще один зал. И очень глубоко. Блин, нет, страшно. Попробуем здесь, вот здесь этот спуск. Он ведет вниз. Нафиг эти бревна. И веревки нет. Здесь должен быть проход. Жесть. Так, а там? Там тупик, все туда. Лезть нет смысла. Я уже отсюда вижу, там тупик. Всего лишь небольшая расщелина, там ничего интересного. Не будем тратить время. На этом миссия, к сожалению, по спуску окончена, потому что в тот зал мне не попасть никак. Основной. Сейчас покажу, почему. Так, там проходик. Ну, опять тоже тупик. Метра три. Рисунок.
В общем, здесь не пролезть просто никак. Все, я вижу этот зал, но туда не пролезть. Вот вся эта расщелина, вся она забита. Слишком узко. А вот тут тупик. Подъем наверх и тупик тоже. Так что все. Веревки для бревна у меня нету. Так что будем пробовать вылезать отсюда. Еще бы вспомнить, как я сюда залез. Я уже потерялся в этом. Бля, а где выход-то, ёлки-палки? Не мог же я оттуда прийти. Ошибись. Ладно. Как-нибудь вылезем. Вот оттуда я, кажется, приполз. Ну все, спустились обратно к реке. Сейчас примем водные процедуры, поскольку я не переоделся. Испачкался сильно. Дальше в путь.